Марк Михайлович Мілов, фотограф. Народився 13 лютого 1957 року в Дніпропетровську у родині лікаря та інженера. У дитинстві про кар'єру фотографа не мріяв. Два перші подаровані йому апарати розібрав на запчастини. Але у старших класах продав велосипед, щоб купити «Зеніт». І пішов у фотогурток будинку піонерів. Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металургія сталі». Працював вогнеупорником на заводі. У 1981-му пристав на пропозицію очолити кінофотостудію Металургійного інституту. Втратив у грошах, але задовольнив душу. Член фотоклубу «Дніпро» і спілки фотохудожників України. Учасник численних колективних виставок і конкурсів. Персональні виставки мав на всіх мистецьких майданчиках Дніпра. Знімає на все, що може знімати. Працює в цифрі та плівці. Дуже любить Інстаграм. У січні 2019-го відкрив персональну виставку «За місцем проживання». Світлини однієї вулиці від 70-х років минулого століття до сьогодення. У 2020-му презентував за її мотивами фотокнигу. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова і я, відповідно, пані. А гість у мене сьогодні пан Марко Мілов. Марк, навіть українською Марк. Да. Робота над помилками відбулася, отже, пан Марк Мілов. Пан Марк, переходимо на русский, да. Тебе привычнее, я знаю. Быстрее. Да. Пан, обращение для тебя корректное, привычное, приятное, нравится. Приятное, корректное. Пан гораздо Марк. Приятнее, чем товарищ или мужчина. Хорошо, договорились. Сегодня в течение нашего разговора побудешь паном. Ну, иногда можно. Иногда да. можно. Марк Мілов, Марк Михайлович Мілов. Мы с ним на «ты» так исторически сложилось. Пусть зрители не удивляются. Мы живем в одном городе, давно знакомы, ходим в одни и те же места. Правда? Абсолютно. Все правда. Тонкая прослойка. Фотограф или фотохудожник? Фотограф. Чем отличаются? Просто термин «фотохудожник» на этой территории возник примерно в конце 89 года, когда фотографы-любители, занимающиеся творческой фотографией, ну, хотели как-то отделиться от понятия фотограф, которые занимались бытовым обслуживанием населения, от журналистов, хотя там были и журналисты, бытовым обслуживанием населения, свадебщиков, кобылятников. Кто такие кобылятники? Ну, кобылки. Что такое кобылки? Это смотрит молодежь. Молодежь. Может не знать. В Харькове это называется луриками. И даже на основе этих луриков там возникло целое течение, которое превратилась в то, что называется Харьковской школой фотографии. Даже такие знаменитые фотографы, как Михайлов, это, в общем-то, единственный художник, который на Западе считается достойным представителем, ну, фотографа, работающий в медиуме фотографии. Угу. Да. Ну, в Днепре лурики, кобылки, я считаю, это романтичнее звучит. Кобылки? Да. Угу. Но это раскрашенные фотографии. Это была очень большая индустрия в свое время. Даже очень уважаемые люди нашей страны этим занимались. То есть это черно-белая фотография? Это ходили бригады по селам. То есть ехали в отдаленные, ну, не только в отдаленные, скажем, районы, да, области, не только туда, области, там, где страны. Не было фотоателье. Но это не фотоательевская работа. Брали старые семейные фотографии, ага. репродуцировали и делали цветными. Угу. А чтобы они дольше сохранялись, их заворачивали под пленку. Вот это и называлось кобылка. Почему кобылки? Неизвестно? Я не знаю. Я не, слава Богу, нет. Я как-то сразу пошел... такие, ну, если не творческие, то околотворческие фотографы. Вначале это была кинофотостудия Металлургического института после Мартена.
по распределению. Стоп, давай вернемся. Да, сейчас, вернемся, значит, ты родился в Днепропетровске. Да. То есть ты коренной днепропетровчанин, теперь днепровец. Кто твои родители? Врач и инженер. Интеллигентная семья. Классическая интеллигенция нашего города. Врач и инженер. В доме фотографировали? Был фотоаппарат? Нет, фотографировали друзья семьи, фотографировал дядька. Хотя у матери, ну, скажу так, что дед во время НЭПа был винозаводчиком. Да, и своим детям он купил первые Феды. Угу. Это была дорогая штука, да? Ну, роскошь. Ну, в общем, да. Ну, в связи с определенными нагораздами в стране в конце 30-х плюс война, ну, в семье остался у дядьки один Фед, ну, который час он у меня лежит, снимать им невозможно. Без Сколько ему профилактики. Лет? Ну, получается, что ему лет 80 уже, даже больше, он где-то 36-го года. Это просто память для тебя? Да, да. Для семейная меня это, реликвия? Да, семейная реликвия, потому что у меня лежит еще 40-го года лейка, с которой этот ФЭД был в свое время содран. Ну, она работает. С лейкой работали репортеры в свое время, я знаю. Ну, собственно говоря, лейка был единственный на тот момент, это был единственный фотоаппарат, который был надежный. То есть было два нормальных, вот перед войной был Contax в Германии, была Leica в Германии. Leica гораздо проще, технологичнее, поэтому ее было гораздо больше. И она началась гораздо раньше, чем Contax. Итак, Contax, ну я закончу. Заканчиваю. Да. Contax в нашей стране, вот тот вот, который был аналог Leica, ну, в смысле, параллельно с Лейкой выпускался, известен под названиями Киев, Киев-2, Киев-3, Киев-4. Это Маска, завод. Я вас знаю. Да. В семье врача-инженера, рос мальчик, хорошо учился, наверное. Кем мечтал быть в детстве? Ой, не знаю, но первый фотоаппарат появился в 9 лет, он меня не сильно заинтересовал, поэтому я его в какой-то момент. Я был технарем в детстве, я его разобрал. Потом появился второй почти такой же. Ну, подарили, не зная, что у меня уже есть фотоаппарат. Его постигла та же судьба. Потом уже под окончание школы я продал велосипед, сдал молочные бутылки, подчеркиваю, молочные. Да. Ну, я купил первый «Зенит». То есть вот в старшей школе захотелось. Да. А что было мотивацией? Не знаю, за мотивацию, потому что в детстве я ходил в Дом пионеров на ракетомоделированный кружок, моделирующий кружок. Ракетомодельный. Ракетомодельный, вот. Ну я же не филолог, я забыл эту фразу за столько лет. Да, потом все-таки родители потребовали более интеллигентного кружка. Я пошел в фотокружок во Дворце пионеров. Он находился как раз в доме губернатора. Вот сейчас там. А что, ракетомодельный? Это не... Нет, ракетомодель... Не оно, да? Ну, да. Считали, что это не то, что низко, но неинтересно и не будет полезно в жизни. Днепропетровске, в космической столице. Самое оно. Ну, да. Никто не собирался идти в университет на ракетчиков в нашей семье. Вернее, не засылать. Угу. С нашей семьи так получилось, что все дети моих родителей, поколение детей моих родителей, у всех была дорога в металлургический институт. И у тебя тоже? И у меня тоже. А чего не в медицинский? Ежишь вроде бы как. Ну, в кого? Скажем так, во-первых, медицина точно не была моим призванием. А во-вторых, в те годы, в медицинский еврейскому мальчику, было получить. Были к нему вопросы. Да, были к нему вопросы. Мальчику. Понятно. Да. Металлургический институт была инерция, или было пожелание родителей, или было твое желание? Ну, скажем так, это было желание получить высшее образование, любое. Кстати, в дальнейшем в жизни это было, я считаю, что правильное решение.
Ну, металлургически было поступить гораздо легче, хотя под боком был строительный институт, как бы. Да, было гораздо легче. Я поступил на металлургию стали и не прогадал. По банальной причине, потому что, во-первых, сами по себе металлургические специальности имели изначально повышенную стипендию 50 рублей вместо 40. Ну и мне там было настолько комфортно учиться, что я со второго семестра начал получать повышенную стипендию, это было 62. И меня взяли лаборантом на кафедру на полставки. То есть я уже как бы... Тебе было легко или ты очень старался? Ну, я что-то легко, что-то старался. Ну, на самом деле, некоторые специальности проходили хуже, некоторые получше. Ну, я понял. Нет, ну, если повышенная, значит, ты отличник. Ну, да. Ну, ботанище. Было потом... Потом были... Ну, скажем так, успехи по предметам еще во многом зависели от взаимоотношений с преподавателями. То есть нужно было себя хорошо зарекомендовать, интересоваться, да, да, дружить, да, да, в конце концов, помогать. Да, да, да. Вот был преподаватель по курсу электрометаллургия. Мы с ним даже собирались на экзамене сыграть в балду. Потому что когда мы с товарищем, сидя на переднем столе, прямо перед ним, вот в него играли, вот он мне сказал, что мы сыграем. Ну, 5 баллов я получил у него честно. Ну, преподаватель сам предложил, поэтому да, вопросов да, никаких да. нет. Хорошо, по специальности работал? Ну, фактически, я не могу сказать, что работал по специальности, поскольку это был Мартен. Ну, в принципе, да, потому что это Мартен. Был завода Карла Либкнехта, в принципе, нет, потому что устроился я туда в разливочный пролет огнеупорщиком. Это тяжелая просто... работа, горячая. Это, да, это была достаточно тяжелая работа. Там я посчитал где-то, вот я был наборщиком с топором, там с топоров это такая штука, которая в старых столеразливочных котлах закрывала выпускное отверстие, когда разливалось. Слушай, я продолжу тему еврейского мальчика, если ты позволишь. Еврейскому мальчику было сложно поступить по пятой графе в медакадемию, но тем не менее огнеупорщиком его взяли ну, с радостью. На меня вот, как? Вот, как? Вот такой же вопрос был у мастера пролета, когда я пришел к нему с красным дипломом. Он сказал, почему ты здесь? Да. А ты сам туда, тебя распределили? Нет, распределили меня в Днепродзержинск. Но, да, но в том году, в 79-м, после военных сборов, половина выпуска, это были, во-первых, первые, по-моему, трехмесячные сборы, они проходили в том месте, где сейчас идет война, это трехизбенка. Половина личного состава заболела гепатитом. Ну и после, как бы, хорошо, что мама была врач, и быстро меня заперли туда на канатную, там через пару недель оказалось пол курса, причем с гораздо более тяжелой формой. Ничего себе. Да, и надо было, ну, хотелось остаться дома, здесь, потому что... Надо было нормальная диета и быть под присмотром. Поэтому было открепление и удалось устроиться только туда. Ну, собственно говоря, мы решили, что диета важнее тягания тяжести. Но потом меня забрали через какое-то время в контору на достаточно скучную работу. В Мартене было веселее? Нет, ну веселее не было, но там была работа с бумагами, ага. Что я очень не люблю, причем с бухгалтерией в какой-то мере. Ну и когда в 81-м году я там уже проработал чуть, ну где-то полтора года, вот
весной 81-го года прозвучал звонок, который предложил мне возглавить кинофотостудию Металлургического института. Я там даже минуту не раздумывал и слетел со среднего заработка 180 на зарплату 110 рублей. Ощутимо. По тем временам это ощутимо, но это было рядом с домом, это во дворах общежития на Куйбышева. Это была первая своя студия. Ну, тут же вопрос не в экономии на транспорте. На транспорте ты экономил 6 копеек. Нет, на каве 10. Но это для души? 10. 10, хорошо, 10. Да. Ну, во-первых, это для души. Я где-то на третьем курсе понял, что я уже не буду металлургом. Если бы оставили в аспирантуре, может быть, я был бы где-то на сегодняшний день пенсионером. Мы бы с тобой не общались. Вот так. Итак, ты попал в студию, и все, счастлив. Счастлив. Ты был там главный? Да. А что там было на тот момент? Ну, на тот момент это была киностудия, как бы такой коллектив художественной самодеятельности, двойного подчинения. Он штатная единица была в правкоме, но эту штатную единицу и дальнейший отчет я отчитывался киноклубу профсоюзов, ну, профсоюзы мощные организации были. Но поскольку руководству был скорее нужен фотограф, чем режиссер киностудии, мне приходилось быть фотографом, но для поддержания ставки я кино снимал. Угу. Ну, то есть надо было что-то показывать, да, все-таки, да, да, что да. ты делаешь. То есть изображать деятельность нужно да, было. Да, для киноклуба, потому что местным это было сильно. А что снималось тогда? Ну, всякие кино из студенческой жизни. Документалка. Документалка, были постановочные, типа комедии к фестивалям «Студенческая весна». Угу. Да. А городские события какие-то снимались? Нет. Это было для внутреннего. Для внутреннего единственное городское событие, с которого, собственно говоря, началась неформальная профессиональная карьера, это было 200-летие Днепра. Вот. Днепропетровска, 76-й год. Я помню. Да. Я снимал для внутреннего, еще студентом я снимал для художественной самодеятельности эти события. Благодаря этому после второго курса я поехал не в стройотряд, а в спортлагерь «Дружба» фотографом на 2 месяца. И жил там не в отряде, как обычно, а у меня была своя мастерская, тоже мастерская своя. Поэтому как бы было. То есть был свободен. Что-то сохранилось из этих фильмов? Из этого фильмов видео? Нет. Я как честный человек, когда уходил оттуда работы, все там оставил. Ну и неизвестна судьба этого. Ну, всего. Известно, куда-то выбросили. Выбросили, да. И вот это 200-летие Днепропетровска тоже, да, пропало? Ну, у меня, может быть, негативы из 200-летия и остались, потому что. Но это. Сейчас я начал сканировать архивы. Ну, я так, их сканирую скорее тематически, чем методично. Ну, вот сейчас я заглубился в 81-82 год, добиваю, потом 83-й. Ну, в 83-м я уже начал более активно снимать. Там даже уже пошли такие, ну, сейчас это называется проекты, тогда это называли сериями, циклами, ну, которые я, в общем, сейчас уже держу в своем портфолио. Вот. То есть это были заказы уже какие-то? Нет, да? Это были не заказы. Это было твое творческое, видение? Да. Ага. То, что сейчас называется авторскими проектами. Угу. То есть ты вышел на улицу? И начал снимать. Да, город. То, что ты видишь в этой серии. Да. Наш город фотографичен? Очень. Даже новые кварталы, они фотографичны, но, конечно, их снимай тяжелее, чем старый город, который
Вот я, опять же, повторюсь, сканирую свою улицу, соседнее, час, то, что я снимал, соседнее. Ну, наш город в 80-х был совершенно уютно провинциальным. Вот этот вот центр, который сейчас вот застроен вот этой всей красотой, угу. И, да, он был такой уютно провинциальный. Но сейчас он узнается уже современному зрителю, узнается по да. Башням, я скажу, по миноре, там да. еще по каким-то ну, таким. Ну, на самом деле с нашим городом случилось следующее. Ну, не то, что случилось. Если раньше вот у меня где-то был вид с моста 85 года, он никакой. Надо было снять панораму города, я вдруг понял, что панорама города ниоткуда. Нет. А с того же места, когда появились башни, уже как-то заиграло. Ну, вот таких панорамных видов, в общем-то, всего два. Вот с моста на башне, ну, или с левого берега на угу. башне, но это очень опасная съемка, потому что днем светит солнце в объектив. И второй вид с паруса, пока он стоит. У нас на крышу часто приходят фотографы, просятся. Да, просятся. Один, я скажу, я сам просился где-то в году 2001. Давно не было. Давно вас, Марк Михайлович, не было. Да, да, да. Я тоже сфотографировал. После этого в эту сторону начали многие снимать. Я снимал не в сторону там, цирка или вот там, где сейчас мост, а я снимал в сторону Солнечного с такой резкой, с резким углом там, мост, и, ну, мост, угу. как сооружение, и набережная. А ты у нас красивые, правда? Да, да. Да. Есть любимый объект, любимейший, который ты, ну, например, снимаешь там каждый год или в разные там сезоны. Что это показывает? Это тумба на углу улицы Масаковского и Поторжинского. Тумба? Да. Тумба какая, афишная? Афишная. Любимый? Последняя в городе. Последняя в городе афишная тумба. Да. Угу, вот она. 93-й, 2015-й, 2015-й, 8, ага, это вот. И сколько ты раз ее снимал? Ой, несчетно. Почему? Это... Почему тумба? Ну вот как-то... Уютный объект? Уютный объект. Ну, серьезно. Ну, я серьезно. Неужели нет ничего интереснее тумбы? Дело в том, что я снимаю свои эмоции, ну вот как-то эта тумба к этим эмоциям меня приводит. Так, в 83-м году на тумбе приглашали на курсы. На фотовернисаж. И вернисаж «Цвет фотографии». Да, это тогда первое. Вот начало фотоклуба «Днепр» в этом городе, но это уже было не начало, начало было в 79-м году. Тогда, благодаря Матусу, мы его связям, как бы, и связям его друзей здесь, мы проводили очень много практически всесоюзных выставок, но это название нельзя было давать без, как бы, утверждения ЦК московского. Статус нужен, да. конечно. Поэтому они назывались либо межреспубликанскими, для этого достаточно было украинского ЦК, либо просто межклубная такая выставка. Вот я могу сказать, на этой выставке я впервые увидел цветные фотографии, хорошо отпечатанные, на Кодаке, ага, 50, я думала, вручную, вообще впервые. На Кодаке. А печать имеет значение? Ну, это один это процесс. В каких случаях печать имеет значение? Во всех случаях. Ну, во-первых, в наше время цифровой фотографии печать имеет... ну, когда вся фотография, большие фотографии, миллиарды картинок существуют в виртуальном мире, то есть выключишь розетку, и их нет. Поэтому все-таки отпечатанная фотография – это элемент материальной культуры. Ты любишь бумажную фотографию? Конечно. Конечно. Я во многих конкурсах, ну, я вообще не активно участвовал в конкурсах,
но в фотоконкурсах. Но когда в условиях, в какой-то момент в условиях фотоконкурсов стало не отправляйте нам отпечатки, а отправляйте нам превьюшечки, там не больше 800 пикселей по длинной стороне, а мы там, жюри решит, и мы вам выше скажем, какие высылать. Ну, это, я считаю, что это полная профанация. То есть, теоретически, можно смириться в каких-то документальных моментах, на документальных конкурсах, если говорим мы об арт-фотографии, ну так, объемно, то это, конечно, профанация. Фотография как предмет, если мы рассматриваем фотографию как предмет искусства, а не как предмет развлекаловки, мы ее должны оценивать в окончательном авторском варианте. Все-таки репортерская фотография оценивается иначе, да? Да. Вот остановить момент это сюда, к репортерству. Скажем так. Зафиксировать. Документалистика. Угу. То есть там он должен быть правдивый. Правдивая документалистика, это очень важно. Более того, там даже зачастую от кадрировки, кадрирования картинки зависит эмоциональный накал и кадрировка каких-то деталей, кадрирование, оно просто может поменять значение картинки. И там несколько лет назад, я не помню фамилию фотографа, по-моему, он с Украины, на World Press Photo получил какой-то приз, потом есть приз, попросили прислать RAW, оригинал, и увидели, что окончательная версия подретушировала. У меня к этому такое отношение, что если ты артист, художник, то ты имеешь право делать со своим изображением все, что хочешь. Если ты документалист, и твоя задача или твое решение в фотографии показать какое-то событие, хорошо, плохо, но показать событие. Ну, по крайней мере, детальная ретушь, там ты можешь поработать светом, я считаю, что это нормально даже в документалистике, там расставить акценты все равно надо. Но удалять детали и какие-то вещи, я считаю, что это неправильно. Ты документалист или ты художник? Нет, я скорее художник. Хотя фотограф, а не фотохудожник. Да, Мы сразу определились. Ну, я скажу так, что на Западе нет понятия фотохудожник. На Западе есть понятие художник, работающий медиум фотографии. Я повторюсь, фотохудожник, так было противопоставление коммерческим фотографам. Но это были поздние советские времена. Я был даже на учредительном съезде Украинского союза фотохудожников. Сейчас это, достаточно давно, но сейчас особо это чувствуется, эта организация переросла просто в ассоциацию фотоклубов, ни о чем. Смотри, фотографов очень много сейчас. По крайней мере, людей, которые называют себя фотографами, предлагают разные услуги населению, ателье в том нашем старом понимании уже нет, есть студии, в студии могут не работать привязанные фотографы, это помещение, куда можно прийти и там воспользоваться очень хорошо светом, декорациями и так далее. Это в принципе, это тоже ателье, но в современном звучании. Да, безусловно, сегодня все меняется, но слава Богу. Как сохранить лицо в этом потоке? Никак. Только внутреннее желание и настрой самого индивидуума. Потому что я знаю несколько людей, фотографов, которые имеют свой почерк. Хороший, плохой, вот тот фотограф, о котором мы вначале говорили, имеет свой почерк, почему нет. И просто у него кроме этого ничего нет. Многие люди,
ну, немногие, несколько человек, которые есть в почве. У всех остальных все одинаковое. То есть научиться хорошо фотографировать так, чтобы нравилось клиенту, да, можно. Да, научиться собственному почерку нельзя, ведь вопрос, его надо иметь. Да, естественно, надо его иметь, надо его вырабатывать. Дело в том, что когда фотографы говорят с клиентами о каком-то заказе, очень часто клиенты говорят, мы хотим, чтобы было так. Раз это было так, хотят, чтобы было так, то пожалуйста. Слово клиента – закон. Да. Но если человек, который постоянно, например, занимается съемкой свадеб, красиво занимается, очень красивые, очень романтичные, очень серьезные картинки, это не только здесь, это на Западе то же самое, ну, будем честны с собой. Когда человек изо дня в день, из дней, каждую выходные дни снимает свадьбу. Профдеформация? Нет, у него просто, да, это не профдеформация. Замыливается глаз? Замыливается глаз. Ну, на самом деле, для того, чтобы сдать заказ побыстрее, ему надо, у него есть какие-то штампы. Я не говорю, что это плохо. Просто на заводе Mercedes есть одни штампы для кузова, извините за такое сравнение, а на заводе там какой-нибудь мелкой компании, штампующей бюджетные машинки, другие штампы. Но они вот работают по этим штампам. Поскольку клиент фотографа не видит, что там дальше, что там он, то для них это открытие. Ну и слава Богу, если это им нравится. Но когда начинаешь смотреть вот всю работу фотографов, то она достаточно получается однообразна. Ты свадьбы снимаешь? Последнюю свадьбу я снял в 2007 году. Не хочешь? Ну, там даже в те времена, когда все было хорошо, там стояла определенная очередь, ну, как бы предложение доминировало над спросом. А сейчас, когда тяжелые времена пошли, то в эту очередь просто не... Угу. Ты решил не стоять в очередь, ну, я да. Поняла. Да. Ну, не хочется делать просто, мне никогда не хотелось делать массовый продукт. Собственно говоря, массовый продукт – это тот же завод с вот той наборкой из топоров, только ну, в гораздо более приятных условиях. Хорошо, твоя ниша. Да. Вот, например, ищут люди, там, фотографы, иногда не знают, там, как определить, что хотят. Спрашивают, да? Вот. Скажи мне, там, имя хорошего фотографа. Я говорю, Милов, они приходят к тебе, ты говоришь, не-не-не, это не мое, не мои клиенты. Что твое? Что тебе интересно? Если говорить о клиенте, ну, вот, о такой клиентной съемке, ну, заказы. В принципе, когда-то была очень интересна каталожная съемка. Очень хорошо. Много однотипной продукции, даже при относительно небольшой цене за снимок, по результату получались достаточно приличные суммы, поэтому это все устраивало. И клиенты... Извините, не парили мозги из-за того, что у меня там глаз дернулся или что. То есть товар лицом? Да. Нормально. Да. Товар никуда не бегает, не пищит, не плачет. С новой технологией, собственно говоря, многие потребители такого контента, особенно небольшие, снимают сами. То есть большие они организовывают свои студии с недорогими фотографами относительно. А победнее клиенты, ну, просто вполне при определенных навыках, вполне айфоном, на элементарном оборудовании можно снимать вполне достойные каталоги. Ну, в зависимости от того, какая задача да. стоит. Есть же международные каталоги, нет, где качество хочется и безусловно. Печать, и прочее. Нет, я же говорю, что есть разные подходы. Да. Ну, на сегодняшний момент так исторически сложилось, что... Я с ним решал достаточно нестандартные задачи, когда надо было там еще и придумать
Ну, у меня было даже в случаях в начале нулевых годов, что устраивали реальный пожар на съемочной площадке. Причем первый раз заказчик решил, что там можно обойтись. Там, ну, костер и костер, пожар и пожар. Фон, огненный фон, огненный фон. Ну, так, поскольку тогда была пленка, и синих экранов не было, у фотографов, по крайней мере, то приходилось все делать за правду. Ну, приехали второй раз, сняли, и все. Это была работа для завода «Днепроспецсталь» в начале нулевых годов. Нужно было сделать ярко, да? Да, ярко, нестандартно. Да, вот нестандартные работы, мне интересно, ну, во-первых, на них можно получить за нестандартность больше деньги, во-вторых, это просто интересно, работа головой и мозгами. Хорошо, а портреты, семейные люблю. Портреты, да, есть у тебя? Есть и семейные портреты, и просто портреты, но опять же, так получается, что я снимаю только интересных людей, которые мне интересны. То есть, ну, ты сам уже выбираешь, я, что вы тебе снимут? В данном случае, да. Я выбираю сам. Как попасть в этот список? Ну, у тебя был шанс попасть уже 3 года в этот список. Я не себе, я о людях. Ну, у людей точно так же. Ну, так же надо быть тебе интересным. Ну, да. Вот придет человек, скажет, хочу портрет. Ты потом скажешь, вы мне неинтересны, несите следующего. Ну, этот испортился, да? Ну, на самом деле, там есть несколько хитростей. Как тебе понравится? Как мне понравится. И, во-вторых, как отсортировать своего клиента. Хорошо, ты мне после эфира потом тихо расскажешь, а я буду людям в личку рассылать я могу сказать тех задания, как понравится Милову. Я могу сказать так, что ни одного заказчика я не беру, если говорить о портретах, не встретившись, не побеседовав. То есть нужно еще пройти собеседование, да. прежде чем постоять молча в кадре, нужно поговорить. Да. Так, а что ты там нанес? Экспонаты, работы, да? Книга и что? Фотографии, и открыточки. Что за книга? Ну, собственно говоря, в какой-то момент, вот последний мой большой выставочный проект в 2017 году в галерее «Арсвит» был, по месту жительства, за месяцем проживания. Вот он у меня здесь. Да, это готовая книга. Угу. В какой-то момент я понял, что в наших условиях не остается материальных свидетельств о выставке. Ни документальных, не материально. То есть выставка была и нету. В лучшем случае журналисты приехали, поснимали. Ну, сюжет бегло, да, выборочно, да, да, но да, полной да. картины все равно нет. Да. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас пошла тенденция, что фотографы, ну, все-таки мы потихоньку догоняем Запад. Ну, фактически эта территория была выбита из творческой фотографии, ну, на весь период исторического материализма. Ну да. Да. То есть фотографы были либо бытовики, либо фотокорреспонденты, журналистами их никто не называл, либо, в общем-то, и все. Либо промышленные какие-то фотографы, которых было достаточно мало, и их за фотографов тоже никто не считал, потому что они жили за счет халтур, фактически. И вот, поскольку мы потихоньку догоняем, вот пошла тенденция делать книжки. На сегодняшний день сделать книжку, я не говорю о тиражировании, а просто сделать книжку, это гораздо более экономические наше трудное время гораздо проще и дешевле, чем сделать достойную выставку. То есть просто наляпать в мини-лабе фотографии, вставить их в стандартные рамки и где-то договориться выставиться, я не считаю это такими выставками, которые
Хотя я в таких участвую. Это выставка такой со средней буквы «В». Да, да. Или с маленькой, да, даже. Ну, иногда. Обычная выставка, которая ничем не заканчивается на самом деле. Ну, на сейчас, сейчас еще есть такая мода в каких-нибудь заведениях, да, повесить, ну, например, для привлечения внимания, мода, дружественных, взаимо, ну, да, такое выгодное. Да, ну, собственно говоря, я этим пробую, ну, я это делаю, ну, на самом деле, с самого начала было, когда еще в советские времена с залами было плохо, нам предлагали в кинотеатре, в кинотеатрах выставляться. Заведению Афармилова, а вам, да, в общем-то, ну, тоже в кинотеатрах, какая-то известность. В кинотеатрах, ну, мы решили, ну, вот так, группа фотографов, в которой я был, ну, мы решили, что в кинотеатрах все-таки, опять же, ни о чем. Народ приходит там, в лучшем случае, за 15 минут до сеанса, жрет, пардон, мороженое и заходит. Тем более, что даже в то время мы понимали, что зал для экспонирования фотографий должен быть нормально оформлен. Ну да. Ну, свет. Свет, конечно. Да, свет, пространство. Да, да. Вот так. Поэтому в то время. Сейчас уже другие немножечко отношения. И поэтому в дружественных заведениях, ну, потому они и дружественные, мы... Потому что дружба. Я вешаю фотографии. Но, опять же, если, возвращаясь к книге, вот в какой-то момент я решил, что надо попробовать и себя в книгах. И поскольку вот проект по месту жительства, он уже был фактически готов, я на его основе создал вот эту вот книжечку. Собственно говоря, вот она. Она появилась в начале 2019 года, угу. То есть я где-то около года... Сама идея появилась. Сама идея и сам, да? Макет. Ну, угу. Собственно говоря, сегодняшние технологии позволяют даже макет, не так, как раньше мы выклеивали вручную буквы, там, печатали тексты, потом их клеивали в макет, несли в типографию. Сейчас все это возможно сделать в одном экземпляре даже с качеством, сравнимым со всеми. То есть это что, одно и то же? Нет. Нет. Ну, это одна и та же книга. Угу. Просто это первоначальный вариант был, угу. Потом... А почему вот поменяли фотографию на обложке? Я помню, что это твой любимый объект. Да. Ну и вот эту фотографию, я знаю, что ты тоже очень любишь. Она, да, даже есть на открытке. Да. И в одном из наших сюжетов, ну, это было... дело в том, что... Это был что за улица? Это Поторжинского. Поторжинского. Ну, собственно говоря, она вот в книге есть. Это она есть там, во-первых, да. Но она не на обложке там. Да. Почему? Вот она. Ну, в какой-то момент, да, вот в книге она. Угу. И здесь в конце она есть. Просто в какой-то момент книга-то тоже, как творческое произведение, она требует своих подходов. И, ну, ты автор, это, ты, да, так видишь. Да, то есть, ладно, в какой-то момент, когда отлежался макет, я решил, что все-таки обложка должна быть другой, более активной, более броской. Черно-белых большинство здесь фотографий. Да. Здесь практически очень мало цветных. Ну да. Несколько, две или три. Да, нет, всего? Тут гораздо больше. Больше? Знаю, ну, больше, хорошо, да. Но все равно. Две трети черно-белых, да, треть, да. Две, ну, треть, да, цветных. Почему? Так. Ну, во-первых, я люблю черно-белую. С одной стороны, черно-белые, они лаконичнее, они лучше. И по большому счету они даже проще чуть-чуть. Да, там надо каким-то образом передать цвета в монохромной серой гамме. Но с другой стороны, когда мы делаем цветную фотографию, вот в стандартном режиме, мы получаем пеструю фотографию. Угу. И очень долго меня это преследовало, пока я не добрался до инструмента Instagram и наконец-то не освоил нормально Photoshop, хотя я его с ним работал, наверное, с версии 2.5. Наверное, такое уже никто не помнит. На трех дискетах поставлялось. Да. Вот так. Просто даже работая светом, все равно надо с ним работать. Это все пленка? Пленка и цифра.
Я сейчас не делаю для себя разницы, чем снимать. То есть я могу снимать телефоном, я могу снимать огромной вот этой камерой на пленку форматом 20 на 25 сантиметров. То есть ты не упоротый адепт пленки? Я не упоротый адепт пленки. Если более того, я не упоротый адепт чистой пленки. Вот пленку снял, напечатал. Но дело в том, что сейчас же никто не печатает. И цвет вручную, или почти никто. И очень редко печатают вручную черно-белые фотографии. Ну, во-первых, это дорого, а в цвете это еще и бессмысленно, когда все равно проще напечатать в мини-лабе, мини-лабы сейчас все цифровые. То есть все равно пленка сканируется, все равно она прогоняется через какое-то программное обеспечение, чтобы напечатать аналогу. То если это все равно делать, так почему бы не поработать творчески, не поработать с изображением? Есть такое вот мнение, да. Часто слышу, да. Что у хороший фотограф, что снимает не техника, а снимает фотограф, да? Естественно. Хороший фотограф снимет и на спичечный коробок, то есть, да? Ну, это на самом деле. Да. Утрировано, да, это такая фраза была у моего первого начальника, в том же председателя правкома Металлургического института в том 81-м году, когда я начал требовать хорошую технику в студию. Он мне говорил, и зачем тебе хорошая техника, я сниму и ведро. Да, ну на самом деле это все, как это, лирика. Все-таки фотография – это искусство технологичное. То есть то, что мы говорим, можно снять спичечным коробком, ну, грубо говоря, это как говорить, что художник может написать картину, и вот той вот, Обгоревшей спичкой. Ну, обгоревшей спичкой теоретически можно нарисовать. Ну, или вот той рисовал, вот, да. Если помним, из нашего глубокого советского детства были такие кисточки в детских садах, под клей выдавались. Вот, и, в принципе, ее тоже можно нарисовать. Писать. Ну, пальцем люди рисуют. Пальцем. Ну, хоботом все... слон рисуют. Я, ну, уже я помню, не буду углубляться, там, чем да, там еще да, рисуют. Да, но рисуют да. Всем. Да. Носом. Ну, как там у Бендера, вот картину из проса сделали, птички склевали. Склевали, конечно. Да. Поэтому фотографии – искусство технологичное. Но если у тебя нет, скажем, денег на хороший объектив, но ты при этом хороший фотограф, ты выкрутишься? Выкручусь. Потому что, например, тот же фотоаппарат «Смена» имеет вполне достойные характеристики, если знать, как их использовать. Есть для тебя техника best of the best, вот для тебя конкретно, которая вот берешь в руку маешь вещь? Ну, во-первых, это камера Лингов 4 на 5 дюймов. Это такой немецкий, чудо немецкого фотопрома. Очень тяжелая камера, снимает вот примерно на такой формат. Это для зрителей, чтобы было понятно. Ну, при сканировании на хорошем сканере такой формат можно растянуть где-то 2 на 1.5 метра, и все будет резко и хорошо. Это... Ну, тебе скажи, обычный зритель не поймет, что такого уникального в этой фотографии. Скажем дерево, так. Дерево, да, лесенка. Это, кстати, тоже был мой любимый объект. Его уже спилили где-то в году 2010-м, это дерево. Ну, вот. Дерева нет, а фотография есть? А фотография есть и не одна. Я тоже ее постоянно снимал. И скажу по секрету, именно этот сюжет, именно с этим сюжетом были очень хорошие продажи. А у тебя есть черная комната, красный свет, кювезы Ну, если у меня есть Лингов. Растворитель, закрепитель, конечно, все. Конечно, вот, то есть ты иногда конечно. Там чаклуешь? Ну, в общем, да. Это так, в охотку тебе хочется? Да. Или есть необходимость? Ну, скажем так. Производственная? Или производственная? Нет, производственная, деньги за это платят исключительно... Сумасшедшие? Нет. Люди, не деньги. Да. Люди. Ну, во-первых, рынка фотографий, заказов на это нет. Последний такой реальный заказ на ручные фотографии был лет 15 назад,
тогда компания «Авиас Плюс», которая строила терминал новый в аэропорту, этот VIP-зал, архитектор им предложил вот фотографии вот такие города повесить, рекомендовал меня. Ну и опять же, уже хоть это был и пятый год, уже были какие-то цифровые технологии, я им посчитал ручные фотографии и отпечатанные на фотопринтерах большого формата. Ну, по цене ручные фотографии уже тогда получились чуть-чуть дороже, ну, процентов на 20, чем цифровые, с учетом сканирования и всего. Ну, понятно. Они посмотрели, сказали, ну, раз ручная фотография – это круто, то давай печатать ручные. Я у себя в мастерской. То есть за ценой не постояли? Да. Ну, как бы по сегодняшним временам эта цена уже достаточно смешная, но по тем временам это было очень плохо. Ну, они не выбрали экономичный вариант, они выбрали оценили качество. Да. Угу. Я не знаю, поскольку я не летаю из Днепропетровского аэропорта, я не знаю, есть они или нету их. Но работа такая. Ну, была. Была. Да. Есть у тебя фотографическая мечта какая-нибудь? Ну, или несколько мечт? Ну, смотря какая. Если говорить о технике, конечно, хотелось бы цифровую линейку. Даже не потому, что... Ну, во-первых, лейка, ну, вот классическую лейку, не те вот современные инкарнации, потому как те же Sony, те же Canon, они работают не хуже современных, а именно вот ту классическую лейку серии M. Исходничек. Ну, исходничек, пусть даже цифровой. Ну, мечта есть. А творческая мечта? А творческая мечта. Когда-то была творческая мечта бросить все, уехать и снимать Крым. Ну, сейчас, увы, такая мечта. Даже мы подождем. Мы подождем, да. Много Крым снимал? Да. Ну, как-то иногда наскоками, иногда последние годы и так почаще. В принципе, можно сделать даже, наверное, отдельную экспозицию. Небольшую, но можно. Ну, мы ждем Крыма. Пока мы ждем Крыма. О чем мы мечтаем? Мы мечтаем, чтобы, как это, не заканчивать мечтать. Супер. А вот скажи, вот я смотрю, да. Днепр же достаточно такой покаляканный, покореженный, да. Да. Много шума рекламного. Сейчас уже с этим борются наши художники. Вот, но все равно на твоих вот фотографиях часто вот эти вот каляки-маляки, там граффити такие недолуги, да, убрать или выборочно со стен это все, вот по-твоему? Я считаю, что это, если это каляки-маляки такие, хотя бы с, если не с претензией, как это лучше... Со фразы, смыслом. С каким-то творческим... даже с какой-то творческой претензией, наверное, их лучше не убирать. Но это естественный порядок. Ну, для фотографа это интересности? Иногда интересно, иногда нет. Есть что раздражает? Вот хочешь какое-нибудь здание сфотографировать, не можешь. Вот эти картинки, граффити не раздражают совершенно, даже самые ужасные, ну, за исключением вот этих вот позывных. Ну, понятно, да. Да, надписи совершенно не раздражают, раздражает официально утвержденная реклама, хотя тоже там есть варианты. Есть варианты, иногда я даже использую эти щиты, я как элементы композиции. Просто в эту книгу эти фотографии не вошли, возможно, это будет в следующем проекте, а может быть и не будет. Потому что, ну, если я скажу, ну вот когда-то я пытался снимать проект «Место для вашей рекламы». Ну, это, если помните, был период... 9-10 год, когда все впало, самая популярная сеть магазинов в городе была «Аренда».
Да. Да, и, соответственно, щиты все были синими, заклеенные этим синей бумагой. Вот я тогда начал снимать, но как-то, может быть, мое настроение было таким синим, что я ее не закончил, хотя, опять же, может быть, я что-то из этого, какую-то мини-серию все-таки сделаю. Ждем нового настроения. Да. Твои инициалы МММ. Шутили по этому поводу часто? Ну, в общем, были такие шуточки, но поскольку, слава богу, когда оно появилось, мы уже потихоньку, по кусочку дрейфовали оттуда, то как-то оно прошло легко. Слово «мечтать» тоже на «М». Да. Мечтаем. Да. Спасибо тебе большое. Не последняя встреча однозначно. Ждем новых книг, новых проектов. Хорошо, что в городе есть люди, которые это поддерживают, потому что, ну, я знаю, что это меценатский проект, общем-то, да. Да, и это, ну, собственно говоря, эта книжка благодаря фонду «Культурная столица». Более того, мне помогло очень сильно то, что я, ну, мне так кажется, что я все-таки пришел с готовым продуктом, которому оставалось только уйти на тиражирование. Хотя я его чуть-чуть переделал, пока ждал решения. Но, тем не менее, продукт был готов. Если бы и не было бы, ну, такого положительного для меня решения, я бы, наверное, искал бы другие методы тиражирования, либо печатал вот цифровыми технологиями уже по конкретным заказам. Ты был готов с продуктом, а, скажем так, он понравился людям, да. Люди то решили есть поддержать, и все совпало. Ну, слава богу. Желаю тебе, чтобы все совпадало таким же замечательным образом. Спасибо. Дякую вам за увагу. Це був Марк Мілов, чудовий фотограф, він не називає себе фотохудожником. Для мене він архівіст, архіваріус, скажімо так, нашого міста, бо те, що я можу побачити на його світлинах, я вже, на жаль, не можу побачити в житті. Але воно є у спогадах мого дитинства. Дякую тобі, Марк, за те, що ти зберігаєш спогади і мого дитинства також. Пока. Спасибо. Пока.